Жаловалась она на то, что у нее бедра вот так делали. То есть она пришла, и у нее колени собирались вот так. Расслабьтесь. Вот сейчас она не держит ноги, и колени как ни толкни. Возвращаются на место. Возвращаются на место. Это значит правильно. Подъем. Во. Вот тебе сразу брюки сваливаются, понимаешь? Ну, потому что бедра-то исчезли. Понимаешь? Бедра-то исчезли. Вот тут торчали, а теперь не торчали. Нет, сними и покажи, что она идет ровно. Ничего она не косолапит. Абсолютно. А вот это, что вы косолапите, вам мозг еще месяца два будет говорить, что, слышь, иди-ка так. Не-не-не-не. Если вам кажется, что вы косолапите, опустите вниз глаза и гляньте, что нет. Понимаете? Ну, может, так спокойнее стали. Но по факту это называется мышечная память. Вот, и вот от нее будет сложнее избавиться, чем от... То есть уже кость, вот, вот колени, видите? Вот, колени, видите? Вот чтобы... А то у меня кривые колени. Нет. Вот. Уже нет. Уже не кривые, можете рассмотреть. Волшебника, наверное. Правда, ломает меня. Мне кажется, я даже позвоночник я ощущаю по-другому. Круто. Тихо-тихо-тихо. Что сейчас делаете, Наталья? Просто снял с копчика напряжение, у нее был перекос, у нее же колени, бедра же были вывернуты, да? А сейчас вывернулись в обратно и зажали ей копчик просто. Ее, ну она просто вывернулась, а ей просто непривычно быть ровной, понимаете? Перестройка. Спина вон, смотрите, какая ровная сразу. Осанка прям все как положено, не видит вот этих сгибов вперед. И она не прикладывает к этому усилий, она не на каблуке, ребят, она на плоских санках и со спиной ровно. Да, просто вся опора на пятках. Не кажется, вам не кажется. Вам не кажется. Вы просто идете от бедра. Вам не кажется. Вы идете от бедра. Просто вы по-другому не можете, понимаете? Вам не кажется. Вы идете от бедра. Вам не кажется. Понимаете? Вам не кажется. Что такое?